Новая попытка решить старую проблему. В Брюсселе сегодня пройдет очередное экстренное заседание по вопросу беженцев. Дальше слов. Дело пока не движется. Миграционный бюджет, куда государства Евросоюза должны внести более 2 миллиардов евро, до сих пор пуст. Из 160 тысяч беженцев, которых планировалось равномерно распределить по странам ЕС, решена судьба лишь 100 человек. На этом фоне в итальянской Болонье прошли протесты против приезда в город лидера партии «Лига Севера», который известен своими резкими высказываниями о мигрантах. Участники акции заранее готовились к бою с полицией и действовали строго по команде. Несколько человек в итоге задержаны.